Доброе утро. Сегодня 23 апреля. Доброе утро всем. И я показываю девочкам, Марине и Нилу, что их цветочек в безопасности, прижился, стоит с водичкой, все замечательно. Вот. Доброе утро всем. Я сейчас пойду в темпл Далай-Ламы, чтобы посмотреть, что там с мандалой. Ну вот такая у нас сегодня погода, немножко пасмурная. Интернет говорит, что может быть дождик. Вот. Саши ушел, к нему приехали с Путтапарти, Джайпура, друзья, поставщики и коллеги. А я одна, осталась одна. Good morning. А я иду в храм. Машины аж до нас выстроились. Куда это у вас? Куда путь держите? I'm fine, thank you. How are you? Саша. Ача, хорошо. Ага. I will buy, okay. Ача. Хорошо. Thank you. Thank you, ага. Это звонит Саши и говорит, чтобы я купила зонтик. Он тоже подозревает, что будет дождик, и он не хочет, чтобы промокла я и моя камера. Так, ну что, хорошая идея поискать какой-нибудь зонтик, лучше автомат. Полицейский где-то машину остановил. Да, очень тесно. Движение сегодня всегда плотненькое, а сегодня еще более чем всегда. Так, где же зонтики-то? Где же зонтики-то? Это ж я видела. Вообще зонтики здесь должны быть практически везде. Вон, смотрите, в той лавке. Но я люблю, чтобы складывались, и можно было просто спрятать его в сумку, чтобы не таскать вот так с ручечкой. Автоматик, umbrella. Автоматик. Do you have something? Ой, большой. Big. Half size. A big size. No, I... ну, я же не очень большая. No, no, I need for luggage. Чтобы... Put in the bag. This, this automatic, no? No automatic. Не. Nee. How much? 380. 300. 380, 300. 300. No, I want automatic. Thank you. Потом. Вообще такие не автоматические за 200, по-моему, там ближе к нам продавали. Чего это? Я совсем богато выгляжу. Сразу мне такие цены. Орешки, орешки, грецкие орешки везде продаются. Почему они все ко мне по-русски обращаются, продавцы? Давай посмотри. Здрасте, привет, как дела? О, вон тоже зонтики. Но нет, мне нужен маленький, чтобы не мешал снимать. Вон зонтики. Короче, зонтики. В общем, я сейчас торопиться не буду. Если что, я добегу до любой лавки. И по таким ценам я нормально, спокойно куплю. Безо всяких проблем. А пока пойду я. Ой, какие коричневых монахи. Разные направления, разные монастыри или разные страны. Не знаю. Сори. Как их много. Сейчас я их всех пропущу. У них. Ой. И еще дальше тянутся у них бейджики. Пойду-ка я за ними, посмотрю, что они там делают. Я знаю, куда они идут. Магазин интересных подарочков.
пока меня не погнали. Погоню точно, сама уйду. Не надо меня гнать. Нет, 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 нет. Не буду смотреть. У меня есть цель. Я уже пристроилась вот в эту сплоченную команду, змейку. Я иду за ними. Они в таких теплых шапках. Этот вообще в меховой. Скорее всего, они откуда-то совсем с холода. Но, может, с Тибета и идут. Что там по 200-то у них? Шорты, шорты синтетические по 200. Пижамка в клеточку. Симпатичная. Мне кажется, ткань хорошая, хлопочек. Баклажаны. Ну почему, когда большие баклажаны свободно в продаже, у меня нет газа, чтобы приготовить бенган-барта. Когда есть газ, нет баклажанов. Ну, в принципе, здесь я буду питаться момо. Ну, вот эта лавочка. Вот в ней, может быть, я и пообедаю. Я же еще присматриваю, иду туда и присматриваю, чем я буду кормиться на обратном пути. Очень-очень тесненькая остановочка такси здесь, поэтому все это движение очень медленное. Приезжают, разворачиваются, как-то им надо высадить пассажиров. Вот здесь напротив входа в темпл Далай-Ламы очень часто продают... Очень вкусный момо. Вот такие крупные прямо. Иногда с картошкой, с зеленью. Вон та женщина продает. Как она мне нравится. Но я хочу вначале в храм зайти. Вначале дело сделай, а потом кушай момошки. Вот они вообще роскошные просто. Вот такие вот самые большие, какие тут есть. Я пойду заработаю свой хлеб в поте своего лица. Что покупаете? Мне не надо? Мне не надо. Это очки. У меня есть очки на макушке. На макушке это их правильное место. А то мне часто говорят, это не место. В моем дизайне, облике, луке, аутфите, вот, в моем мире, место очков на макушке. Уже дождь моросит. Очень грустно, что я не послушала совета мужа. Вот ведь это же был знак. Я думаю, зачем мне это? А сейчас мне бы любой прям зонтик подошел. Нет, надо поумничать, проявить инициативу. Тишина. Нет сегодня диспутов. Пойдем на второй этаж. Мне все равно воду надо взять. Я принесла пустую бутылку. Вот фильтрованная вода. Я думаю, что она с мантрами. Что-то перегорожено. Опять какой-нибудь будет молебен. Ну что, сейчас будет пуджа, будет ягья. Смотрите, дрова поставили. Я уже что-то наподобие такого видела с Тамарочкой. Несколько лет назад. Тоже мощное действие, сильное, но это надо знать, когда это будет. Марина.
Мариночка, и Нилу Нилу, но и все остальные, кто вот это вот видел, ну, поскольку они у меня были соучастниками вчерашних съемок, а сегодня они уже в Дели, я им просто показываю, что сейчас на этой мандале. Вот, каждый кабинет заполнен каким-то богом, видимо. Ну, а здесь, наверное, будет сидеть чтец. Что там? Ваджра. Или я пришла не в то время, или просто сегодня не так много событий запланировано. Пока что вот, ничего не происходит. Вчера, значит, девочки очень удачно попали и на молитвы, и на диспуты. Ну, я, конечно, удачно, более чем. Селфиться. А гора сейчас в дымке. Сейчас отойду. Я мешаю людям селфиться. Всем всегда мешаю. Подхожу. Женщина похожа на коллегу, тоже, наверное, блогер. Все в своем мире, каждый в своем телефончике. Мне почему-то больше всего трогает, что здесь очень много сикхов приезжает. Хотя определенно у них своя религия, но тем не менее с таким почтением они относятся к Далай-ламе, к буддизму. Мы вчера поразились, как сикх упал на колени, он не просто лбом, он носом вот так терся по ступенькам. Чего иголки ломаешь, хулиган какой-то? Представляете, кто это вот въезжает? Полиция кругом. Определенно Далай-лама будет тут на днях какую-то проводить очередную пуджу. Собачка, пошли. Ой, немножко моросит. Собачка, пошли скорей. Вот как в одиночку-то иногда все быстро случается, скучно. Вернее, вообще ничего не случается в одиночку. Прибежала быстрее, чем Саши. Промчалась 5 минут. Виноград и абрикосы продает. Ну что, я обязана, просто обязана купить здесь вот эти вот мамо. Do you have potato, Momo? Potato? Yeah, potato. Uh-huh. How much, Kitna? Oh, 6 pieces, 30.
Ага, хорошо, давай. Картошка, капустка. Картошка больше. Картошка можно? Картошка, капустка, какая прелесть. Интересно, деньги-то я взяла. Я привыкла, что Саши всегда платит. Есть у меня деньги, есть. 6 штук, 30 рублей всего. Капустка, картошка. Отлично. It's very happy. Картошка. Thank you very much. Я говорю, 5 рупий штучка. Дай мне просто на 4 штучки больше и все. 4, да. Чар. Хорошо. 4. Еще 4. И я буду есть дома. Еще грин, ага. Три and one картошка. Ага, три and last картошка. Спасибо. Спасибо. Ага. Как хорошо. Вот на 50 рупий, посмотрите, какой у меня обед. Это просто... Only veg. Only veg. Да, дождь уже хорошо начинается. Я не помню, сказала или нет, мне утром Саши такой пихает, говорит, 23-й сегодня день окончательного подведения итогов, и Моди, говорит, выиграл. Так, а мне, может быть, надо даже огурцы, чуть-чуть огурец и чуть-чуть помидора. Вот так вот, 6 помидор и 1 огурец. Быстренько, пожалуйста. Сколько? Китна. Какие-то там. А, китна. 40. Вот то, что я выбрала, на 40 у меня вышло. Надо спасаться. Вот здесь мы вчера с девочками тупкой обедали. А вот здесь Нилу платочек купила. Самый красивый. Ну вот они, зонтики. Вот здесь они были по 200 или по 250. Не автоматы. Какой краше-то? Серебряный, может. How much? 250. 250. Can you open? Покажи-ка мне, открой, пожалуйста. А там 390. Ну, хоть какой-то. Давай, ага, давай сдачу. Давай сдачу. Да. Он маленький, я как грибочек буду. Но зато он, конечно, наверное, не очень прочный. Ну какая разница? Саши сказал, храни свою камеру. Купи любой зонтик. Все. Осталось купить. Я буду делать эти мамо как супчик, как тупку. Сейчас куплю. У меня гарам масала есть. Мягкий сыр Фреда. И его чуть-чуть вместо сметанки. Вместо масла добавляю, чтобы затуманить суп. Ну, в общем, если не наброшусь, как не в себя, и не забуду снять на видео, я сниму. А половина мамошек для Саши. Или если он не будет, то на ужин. Вот так вот за 50 рупий у меня будет обед и ужин. Ну, все, готово. Лук. Гарам масала, ложку вот такого спреда. И сейчас положу туда 5 мамошек. Будет прекрасный обед. Пол коробки называется поднос. И пойду на балкон. Там навес, поэтому меня не замочит. Буду наслаждаться своим обедом. Окей, папа. If you don't want. Саши прямо сейчас пришел. Замечательно. Прям вовремя пришел. Вот. Всем
счастья, здоровья, любви, гармонии. Всех обнимаю, всех люблю, добра и сметаны.